много знаний ждет тебя. Попробуем пройти экзамен, который дает право пройти. Уверена, что когда встанет вопрос о продвижении, выберут самого достойного мага. В коллегию магов. Винтерхолда. Ну, вот мы здесь. Как бы там ни было, странно. Коллегия выстрела. До этого я без всякого препятствия проходил в коллегию. Тебе не кажется, что из меня бы получился замечательный мастер-волшебник? Наверное, с обновлениями, а может быть, даже архимаг когда-нибудь. DLC. Появилась эта тетка. Мирабелла неплохо справляется с обязанностями мастера-волшебника. Погляди. Честно говоря, мне нужно всего-то заклинание вызова лорда. Чтобы проверить, можно ли его душу захватить звездой Азура. Как это я делал в Моровинте. То ли с ним, то ли с Атронахом. Но не важно. Вообще вызова никакого. Если сдашь его, тогда да. Отлично. Мастера школы изменения умеют призывать магический свет. Примени это заклинание к печати на земле. Нет? Ну, если ты это сможешь, я смогу тебе его продать всего за 30 золотых. Или можешь попробовать спросить у придворных магов в городах Скайрима. Вот они тоже продают заклинания. Сейчас я брошу и пойду к придворным магам. Вот. Теперь покажи, как ты его применяешь. Ой. Это иллюзия. Что? Изменение. Жду не дождусь увидеть, кто займет место Мирабеллы. Не сомневаюсь. Отличная работа. Я думаю, наша коллегия будет гордиться таким пополнением. Добро пожаловать, ученик. Я проведу тебя по мосту. Когда войдешь внутрь, поговори с Мирабеллой Эрвин. Она имеет титул мастера-волшебника. Пожалуйста, иди за мной. Спасибо. Ну вот и все. Все, и делов-то. Но зачем нужно было это так усложнять? Кстати, чтобы у вас хватило запаса магии для этого заклинания, нужно всего-то смотаться сюда. Вот здесь черный пруд, здесь туманная застава, камень Атронаха. Он прибавляет магии. Иначе, если вы не маг, если вы только что начали игру, запаса магии может не хватить на этот свет в ночи. Ну, можно, конечно, использовать умение убеждать и пройти без прохождения экзамена.
улучшением магии. Знак о тронах. 50 дополнительных единиц магии, 50% поглощения заклинаний. Восстановление магии замедлено на 50%. Вот. Вот так мы прошли. Все. Всем спасибо. Если, конечно, узнаю. Преднамеренное убийство другого мага из коллегии – очень плохая идея. Я бы посоветовал воздержаться от таких действий. Воровство и покушение на жизнь коллеги тут тоже не оценят. А что касается исследований, пожалуй, если ты найдешь своим действиям приемлемое объяснение, изучать можно практически что угодно. Правда, если для экспериментов нужны живые подопытные, такими вещами лучше заниматься вне стен коллегии. Шш, ладно, давай не будем спешить. Встретимся у меня. Много знаний ждет тебя в ее стенах. Не пугай, тетя. Нас знаниями не испугаешь. Прошу все, что а кто зажжет. Зажжет светильник. Кто? Кто? Безобразие. Ну ладно. Здесь какая-то хренотень. Yeah.
сюда нужно вставлять сигильский камень. По квесту получаем. От одного из магов. Идти. Сюда сую ингредиенты. Сюда помещаем предмет, который нужно зачаровать. Но это нет, не зачаровать. Здесь мы получаем предмет. Здесь мы получаем предмет изготовленный. А все ингредиенты нужно в ящик для пожертвований складывать. Сложили. И пошел процесс изготовления существ или оружия, или доспехов дастрических, патронахов и тримор. А здесь руководство по кузнице атронахов есть. Так что разработчики обо всем позаботились. Рецепты. Вот. Что в отличие от Моровинда в Скайриме нельзя прокачивать зачарование. Призываю существ. Раньше можно было призвать существо. Дримору или Атронаха. Использовать на него заклинание захват душ и убить, захватив душу. Одновременный призыв прокачивается. Вроде бы это относилось тогда к мистицизму. И захватываешь душу, которую можно использовать при зачаровании. Тогда мы как-то все в одной комнатке проводили в Моровинде, в коллегии магов. Себе закуточек нашли, вызывали существо, захватывали его душу, убив в звезду Азуры. Тут же заговаривали. Зачаровывали броню и оружие. Было все очень просто. Теперь усложнили одно и упростили другое. Но все течет, все изменяется. Ингредиенты можно прямо здесь найти. Огненная соль, метла тоже для чего-то нужна. А посох сделать здесь, на этой кузнице атронахов, почти кузница кадров, можно делать посохи, изготовлять магические. Это единственный станок по изготовлению посохов.
кузница матронахов. Еще можно призывать враждебных вам существ, то есть героев враждебных, и убивать. Но я не знаю. Может, тогда можно захватывать их души звездой Азура. А так, если нельзя захватывать, как вы, я выяснил, души призванных существ заклинанием, призыв Атронаха или призыв лорда Триморы и даже призыв питомца, все они избегают заклинания захват души. Так и пишут сообщения. Атронах, например, не избежал заклинания захват души. Раньше так было просто. Так просто. Господи. Вот так. А, да, об ингредиентах. Сердце да остро. Вот соль опять. Тоже ингредиент необходимый. Все создавал.